Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня мы приготовим очень вкусный салат. Салат со стручками фасоли, грибами и орехами. Этот салат можно назвать праздничным, так как его готовят, в основном традиционно его готовят как ко Дню Благодарения, и также готовят к Рождеству, к Новому году. Вот. Для начала я хочу сказать, что входит в состав салата. Значит, стручки зеленой фасоли, грибы, шампиньоны, я порезала уже их, лук, чеснок, орехи грецкие, орехи кедровые, оливковое масло, соль, перец. Сейчас мы отдельно на сковороде слегка обжарим лук до легко-золотистого цвета, обжарим фасоль и также грибы с добавлением оливкового масла. Грибы будем жарить до тех пор, пока влага полностью вся испарится. Вот. Сейчас переходим к процессу обжарки овощей. Вот такой у нас лук, мы его слегка обжарили, он стал прозрачным и слегка золотистым. Так, здесь у нас готовятся грибы. Грибы практически уже приготовились. Влага вся испарилась. Так, сейчас мы добавляем соль, добавляем перец и добавляем мелко порезанный чеснок. Перемешиваем. И отключаем грибы, даем им немного остыть. Стручки фасоли обжариваем до того состояния, пока они станут мягкими. Добавим немножко соли и добавим немножко всесезонной специи. Специя у меня без соли. И обжариваем ее буквально минут, наверное, 7-8. Так, наша фасоль обжарилась. Сейчас мы к фасоли добавляем обжаренные грибы. И добавляем лучок. Грецкие орехи, обжаренные, просушенные и миленько порезанные ножом. Соединяем все ингредиенты, соединяем все вместе. Добавляем еще соль и перец по вкусу. В завершение я добавляю жменью кедровых орешков. И все, можно сервировать стол. Салат очень вкусный, готов. Приятного аппетита!